Всем привет, добро пожаловать, с вами снова Наташа Бо. Я только что вернулась из Тихвина, у Поли Кей была в гостях, у нее на канале вышел видос, где мы кушаем суши. Обязательно сходите, посмотрите, поставьте лайк. В общем, видео получилось веселым, смешным и, надеюсь, что интересным. Завтра продолжение и ответы на ваши вопросы выйдут ближе к вечеру, а сегодня у нас желешка. Разновкусная, фруктовая. Здесь даже вот кусочки фруктов прямо внутри. Здесь обычное цветное. Что цветное? Вкуснятина цветная. Давайте пробовать. Как вкусно. Может, мне кажется, прям вот так вот есть стакан. Очень вкусно. Здесь фрукты, мандарин и персик. Или это груша? Персик. Интересно, получится. Третья половина там осталась. Она очень прыгучая. Теперь с вишней. Прям целые ягоды. Такой краситель прям вишневый, кровавый.
Кислятина. У меня ложка туда не заходит. Вылезет не целиком. Так, куда-то камера поехала. Надеюсь, сейчас все поправила.
Все, ребят, спасибо большое, что были сегодня со мной. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до скорой встречи!